любителей покушать, сегодня мы поедем и попробуем джизакскую самсу. Сейчас мы собираемся, время у нас 12 дня, надеюсь, что мы успеем. В принципе, она готовится, там говорят, допоздна, поэтому welcome. Так происходят у нас сборы. Вот такой бардак у нас в номере постоянно. У нас все валяется. Все загружено всегда. Что происходит за окном тем временем? Так как здесь рынок, здесь просто безумное столпотворение машин. Но вся проблема, в принципе, из-за дамазов. Они пытаются остановиться на 2-3 минуты, чтобы подцепить клиента. И начинается вот эта вся волокита. Так выглядит отель изнутри. Так выглядит ресепшн. Так выгляжу я. Надо попить. Специально для тех, кто едет на машине из России, лучше сразу заливайте 91-й бензин, потому что 80-й здесь геморройный. От него начинают клапана побрякивать, позвякивать. Я пытался сначала пополам заливать, но вижу, что это безрезультативно. Вот пока не стал чисто 91-й заливать. Такой вот вам совет. Ну все, заправились, полбака на 110 тысяч, 91-го, цена 4500 за литр, сумм 4500. И едем также по этому маршруту через перевал Самарканд-Шахрисабз, горный. Единственное, наверное, прохладное место здесь, где можно кайфовать, когда едешь, и с открытыми окнами ехать. И даже не имея кондиционера. Приехали в Шаршару, это на перевале. Ну просто красивые кадры снять вам. Я снимал в тот раз ночью, а сейчас я покажу вам днем, как это все выглядит. Самое красивое место впереди. Полюбовались. А теперь пора джизах. И таких мест в Узбекистане очень и очень много. Реально много. Главное, чтобы было наличие какого-нибудь горного перевала. Тань, тебе нравится здесь? Да, прикольно. Даже Тане здесь понравилось. Я здесь был уже несколько раз. Таня сегодня была первый раз. Но она тоже впечатлена. Да мне кажется, любой из вас будет впечатлен. Здесь сидеть, выпивать, кушать шашлычок, мне кажется, самый раз. На место называется Шаршара. Шаршара. На перевале Шахрисабз.
Самарканд. А еще вот остановились на перевале. Вот этот каклик. Здрасте. Он стоит 80 тысяч сумов. Это вот красивая, интересная птичка. Вместе с клеткой. Так, идем дальше. Здравствуйте. Салам алейкум. О, вот, вот их сколько здесь. Я думаю, что их разводят сами. Красивая птичка очень, но какая-то шуганная. Вот эти ребята вообще не шуганные. Дядя. Цыплят. Все, двигаемся дальше. А. Молчи. Ну давай, давай, что-нибудь скажи. Дроп. Ну скажи что-нибудь. Ну крикни, пожалуйста. Ну он вшивый какой. Он не вшивый, он весь в мухах просто. Это мухи. Ну, блоха, что ли? Вот возле таких юрт. Я так и не пойму, для чего это. Для красоты, для вида. Мы туда попасть не можем, но камера может. Так, чего у нас там красиво? Обычная юрта. Ну, видно, как стенд, наверное, стоит она. Хотя вон там еще одна. Ничего особенного в ней нет. Обычная, покрытая тканью, прошитая целлофаном. Естественно, это от дождя. Первый раз я сейчас ворону сбил на машине. Ехал на медленной скорости. Она просто не об лобовое стекло, а об... Не об крышу, а бампер, короче, отлетел, реально подбил. Скорость была маленькая, думал, еще успеет взлететь, не успеет. Просто сзади машина, не мог притормозить. В Вороне кобздец пришел. Сейчас вот возвращаюсь назад, увидели двух маленьких ишачков-близнецов. А, вот они! Вот два брата-акробата. Ваша любимая ИА. Давайте, как будто вы их видите, но реально вот с той стороны, тут напротив находится сад, и бабочек просто тьма тьмущая, они пытаются пересечь дорогу, и я как... О, кто-то еще журчит. Их просто миллионы летит вот в эту сторону, и у меня, наверное, там весь радиатор уже в бабочках. После вороны, наверное, уже миллион бабочек я сбил здесь. И бабочки такие красные. Или они в саду отложили личинки, или они... Наоборот, только вылупились. Но их безумное просто количество. Скорее всего, это какие-то самаркандские красные бабочки. Поэтому для того, чтобы не собирать радиатором бабочек и ворон, у меня была такая идея поставить мелкую сетку, но что-то я никак ее не воплотил в жизнь. Ставьте, потому что очень много всевозможных насекомых, камешки, жучки, паучки, всякая херня летит. Вот сейчас тепло, и они вот откуда-то летят со всех сторон. Не секрет, что солнце может резко смениться дождиком. Но для машины это очень хорошо, для нашей. Она, наверное, вздыхает, когда идет дождь. Потому что она очень сильно нагревается у нас. Из-за своего темненького цвета. Call me a sinner, I call myself a saint. Living the hallelujah, today we close to pray. Hey, I'm feeling.
Казани, они собираются сбором пластмассовых бутылок. Ну, здесь вот он на Волге едет, а вот в Шахрисабзе я видел, они на ишаках нагружают их там, как караван такой огромный, и тащат. Нихера, вот это красота, я понимаю. Какое-то интересное место. Вот такое углубление. Все исписано. Внутри? Да, там что-то. Я слышу, там что-то шумит. Но не видно, где это. А туда не пройдешь. Все изрисовано красками. Кто там? Кто у нас там? Майнушки? Или мусичи? Я слышу, вода, да. Слышно шум воды наверху. Вот там. Ну да, тут. А там ничего нет, там не пройдешь, да, там все, тупик. Вон это. Вон тот, кто орет. Зума нет, поэтому. Смотрим просто на пятно. Я уже есть хочу, мы, наверное, сегодня не доедем до этого джизака. Осталось тут ехать-то, в принципе, недолго. Не успели проехать, как джизак начинает удивлять. А, Урюк. Сад Урюковый. Мы видели, там кто-то собирал. Мы просто остановились. Решили попробовать. Это какой-то червивый. И яблоки. Вот урюк. Он тоже какой-то червивый. А вы знаете, что урюк слабительный, очень сильный, да? Попробуем даже червивый. Что-то нет его. Урюка. Один зеленый червивый. Вот Таня нашла. Вот есть говно и есть урюк. Таня, наглей. Таня просто берет и трясет дерево. Может, мне тоже тряхануть? С меня ничего не упало. Может, стукнуть, знаете, ногой? Тоже ничего нет. Поспевший, но я его вообще не вижу. Ну, он вот такой вот. Уродский какой-то. Но внутри неплохо смотрится. Кто знает, можно есть червивый? Но я пока съем все равно, вы напишите. Ты с муравьем суповник съел? Он реально переспевший прям. Мне нравится чуть покислее, конечно. Ну как дикари на нас все смотрят. Не, ну тут реально все червиво. Его много-много, а он весь в червяках. Наверное, мы поедем лучше за самсой. Остановились, сотрудник милиции
остановились возле сотрудника милиции, спросили, где лучшая самца в городе. Какой-то пучок. Сейчас будем искать этот пучок. Едем, короче, к пучку. Там, говорит, самая лучшая самца в городе. Вот он, птеродактиль. А вы говорили, вот этот птеродактиль. Поднимаемся к птичке. Ну, издалека похоже на птеродактиля. Ну, что-то тут все ступеньки ушатанные, конечно. Если, наверное, присмотреться, то больше похоже на какого-то тетерева, что ли. Или фазан. Ну да, это фазан какой-то. Птица каратау. Вопрос, как сюда корова поднялась? Вот. Ну, памятник, конечно, ушатанный здесь. Власти Джизаха за ним не смотрят, точно. Горы, 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 горы. Такие уже горы высохшие. Пора кушать. Еще раз памятник убитый. Попались нам два мальчугана. И кто знает, что это такое. Перевод они не смогли нам дать. И для чего они это собирают. Джизакские по-любому знают. Вот у него тоже. Это приправа или что это такое? Так, одну выронили. Сука. Вот такие вот два юнца. Все, спасибо, Рахмат. Хотя с нами девушка узбекская едет. Она тоже не знает, что это такое. И они не смогли ей объяснить. Тань, что это такое? Ты хоть знаешь, что они собирают? Какие-то семена от этих. От травы какие-то семена. Друзья, ну вроде нашли. Нам весь город показывал, что здесь самая лучшая самца. Название Кипчок. Так там называется. Welcome, welcome внутрь. По традиции принесли сначала чай. Мы заказали салат. Лепешки здесь подаются автоматом. Ждем нашу самсу. А еще когда чай зеленый подают, вот так подают, то есть типа от чистого сердца. Ну да, от чистого сердца или как, или с душой. От чистого и с душой выглядит эта самса. Это такой крупненький лопушок огромный. Не знаю, хотел спросить, с тестом его едят или нет, никто ничего не ответил. Что мы там видим? Скрываем нашу самсу. Но если здесь она будет невкусная, то в других местах точно она невкусная. Потому что это место все нахваливают. От поэта до писателя. Давайте попробуем. Ну, я, наверное, все-таки с лепешкой попробую. Потому что... Я даже не знаю, как это назвать. Это не джиса, тушеное мясо внутри самсы. Вкусно, конечно. Пробуем тесто. Тесто нужно пробовать обязательно с помидором. Тесто не айс. Нет, это лично мой вывод. Кому-то может вкусно, но для меня тесто не понравилось. Скорее всего, тесто здесь используется как горшочек, мешочек, в котором готовится эта самса. Я так думаю. We'll be right back.
остановиться и посмотреть местный канал. Ну да, здесь очень много мусора. Между прочим, за этим как-то Короче, за этим каналом идет более такой широкий канал. Я не знаю, пройдем туда, нет? Я так думаю, что вот этот весь мусор — это последствия сильных дождей, когда все отрывало и сносило у людей. Блин, что-то и хочется перейти. А, бля, сука. Господи. Что это? Сука, чуть не блеванул. Фу, блин. Так, идем дальше. Тань, аккуратней. Там грибы. Кто-то свистит кому-то. Ну, опасно, короче, на эту сторону переходить. Вот ровно за этим каналом. О, наверное, видите его. Более широкий. Пошли. Все? Да, что тут дохлятиной воняет? Фу. Сука. Вонище стоит от этого животного. Все обломало. Дохлый скунс. Так. Вот эти семена, которые у детей мы встретили, они собирали. Вот они. Вот это растение выглядит. И куда они их собирали, непонятно. Очень грязная река. Ну как тебе, жуки-пауки? Гроза начинается. Похоже, сейчас дождь будет. Здесь тоже. Погода меняется прям буквально каждые полчаса. Ну, видно, еще дожди толком не отошли, поэтому так вот. Хотя говорят, в этом году первый раз такое, что столько много дождей. Обычно уже сухо намного. На много дней наступает сильное, палящее, знойное лето. Вишенка уже здесь поспела. Фу. Но еще она кислая. И это какая-то, видно, дикая, что ли. Мелкая, потому что кисловатая очень. Компот, конечно, у нее будет обалденный. Мой самый любимый компот — это из вишни. Кисляк. Специально для подписчика, который мне задал вопрос: Денис, а сколько аистов маленьких в гнезде сидит? Один или два? Смотри, дружище, все для тебя. Естественно, на пути домой мы уже сколько раз здесь проезжаем, и я каждый раз вижу, днем здесь фотографируются. Но местные ребята знают, постоянно возле этих камней
все делают селфи. Здесь камни аккуратно, я не знаю, как выбриты, что ли, вырезаны. Естественно, все это исписано, как обычно. Вот этот кусочек держится прям, я не знаю, на чем. Просто ни на чем висит. Да, птеродактиль тут жил. Ну тут вон там еще такие же. Ничего необычного нет, обычные камни. Необычные обычные камни. Так, а тут у нас продают черешню. А что она? Сладкая, Надь? Блин. Я полкило возьму. Да, полкило. Это вот разновидность курута. Эти, с зеленью, в виде шариков. Вот эти острые я знаю, вот эти не знаю с чем. Это с какой-то, ну много разновидностей зелени. Это как мелки. Местные семечки вкусные. В горах был дождь, и вот уже на обратном пути прошло 3 часа. Я не знаю, что здесь творилось, но смотрите, на асфальте лежат камни. А здесь было все чисто. Тут, похоже, такой поток воды безумный шел. Сегодняшний с вами день вкусным чаем. Зеленый чай и лимон. Наверное, круче нет состава. Я реально научился здесь чай пить, вот зеленый с лимоном. Уже и состав знаю, и сколько на чайник можно его кидать. В жару, наверное, самый такой будоражащий чай. Лимон сейчас не сезон, но все равно на рынке он стоит раза в 3 дороже, чем обычно, когда сезон его много везде. Но все равно узбекские лимоны, сами знаете, очень обалденные. Поэтому всем пока, до скорых встреч. Ждите следующие ролики. Пальцы вверх, пальцы вниз. И не забываем подписаться.